Коллеги, добрый день! С вами Сергей Наумовский в рубрике «Совет недели» на канале «Автомаркетолог». В прошлом сегменте мы говорили о самых основах общения с клиентами. Давайте сегодня поговорим также об основах, только об основах работы в дилерском центре. Насколько важно иметь структуру рабочего дня? Давайте послушаем, что говорит по этому поводу один из ведущих экспертов по продажам и руководству в дилерских центрах Тим Кинс. Как профессиональный продавец, как руководитель, когда вы приходите утром, первым делом именно здесь вы и организовываетесь, здесь вы отвечаете на свои электронные письма. Вот где вы планируете свой день, вот где вы звоните, вот где вы тренируетесь. Вот когда руководители проводят личные встречи. Если у вас не будет времени, чтобы сделать это правильно, когда вы найдете время, чтобы сделать это заново? Те критические задачи, которые необходимо выполнить, это то, что вам нужно сделать в первые полтора часа. Я считаю, что первые час-полтора в дилерском центре – это самое важное для вас время суток. Итак, что мы слышим? Тим Кинс считает, что самым важным периодом в рабочем дне является утро, которое должно быть структурировано, строго структурировано. Вы должны иметь понимание, что вы пришли на работу, отслеживаете своих клиентов, отслеживаете свои встречи, отслеживаете свои выдачи автомобилей. Тим Кинс придает огромное значение структуре рабочего дня. Должно ли быть именно утро самой важной частью рабочего дня? Возможно, нет. Однако одно можно сказать с уверенностью. Вы должны иметь структуру своей работы. Разделить свой рабочий день на различные части, когда вы отслеживаете клиентов, если вы продавец автомобилей, когда вы встречаетесь с вашими продавцами, иметь с ними личные встречи, если вы руководитель отдела продаж. Рабочее время должно быть строго структурировано. Если рабочее время не структурировано, теряется эффективность работы. Это очень важно. Это также одна из самых базовых основ эффективной работы в дилерских центрах.